четвертый межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги. Главный тренер этой команды Азат Гайнулин, явно не Олег Романцев, бывает такое. И, конечно, сегодня действующий можно здесь еще один забивать. Удар! Ледушка, мяч летит со штанга. Это было крайне любопытно. Это, по-моему, сейчас был как раз-таки Владислав тут побежать у Гавсита. Кудряшов разгоняется очень неплохо. Есть партнер здесь. Есть рядом Савельев. Кудряшов сам решил пробить. И угловой. Угловой тем временем мы с вами видим. Подача вновь на ближнюю. И перекладина можно забивать. Ух ты! Момент еще какой! Разгоняется очередная атака в Гавсита, подача идет туда, неплохая, и переигрывает. Ух ты! Лова уже готова, мы будем здесь встречать гол и смотрим, но здесь, конечно, не бит палки в колес поставлял, давайте эту атаку досмотрим. Неплохо очень может быть, опасно, и это как раз таки Василий Мерт. Плохой вперед, вперед, получится ли там у Кудряшова зацепиться, получается, 2-0, Владислав Кудряшов. Опередил он Александра Соколова, который пошел на выход, и представители Павловской академии 2-0. Великолепнейший трансконтинентальный, как это принято говорить, перевод. Дальше скидочка в исполнении Кривенко Козлова. И